Ну, значит, вот мы видим, у нас аквариум возрастной с сомовыми. Вот на переднем плане тут золотистые сомики гоняют. Ну, это уже пенсионеры. Вот. Отработали, так сказать, свое. Тут вот таракатумы крупные видно, да? Ну, они еще подростки, но это довольно-таки крупный сом аквариумный. Вот. Хотя, честно говоря, ну, как он смотрится в аквариуме, мне не нравится. То есть он лежит постоянно. Вот золотистые крапчатые сомики, вот эти интересные. Они гоняют, носятся. Вот. А таракатум вот здесь, они, кстати, плавают, да, но если тут сейчас поставить растения и что-нибудь, кореги какие-нибудь, вот, то он сразу уляжется на корягу, вот, и будет лежать. Вот полосатый сейчас на переднем плане стоит, это Мистус тингара. Вот, не крупный относительно аквариумный сом, то есть, но может содержаться там в маленьких объемах. Вот, давнишняя моя мечта такая, вот, почему-то у аквариумистов не прижился. Ну, вернее, не разводят его аквариумисты, значит, что-то там не совсем уж просто, наверное. Ну, вот сейчас я их купил месяца 3-4 назад. Они были, наверное, тоже там 3-4-месячные. Вот созревание у них год, поэтому... Мы пока не торопимся тут разбираться, кто самцы, кто самки.